Дрейфующая станция Северный полюс 4. Большие сугробы намело ветрами. К жилым домикам и палатцам пришлось пристроить тамбуры из снега. Метеоролог Овчинников сооружает снежные укрытия для защиты приборов от метели. Как и летом, станцию регулярно посещают самолеты с большой земли. Сегодня к полярникам прилетели гости. Профессор Московского университета Добровольский и художник Рубан. С посадочной площадки вертолет доставил в лагерь посылки. Приятно получить посылку с большой земли, уложенную заботливыми руками. Начальник станции Толстиков и Парторг Силин разбирают почту. Сколько писем от знакомых и незнакомых. Порадовал журнал «Огонек». На его страницах полярники увидели свой лагерь. Советские ученые и исследователи постоянно чувствуют заботу большой земли.